Всем привет! Продолжаем рубрику «Постройки подписчиков с почты». Все ваши постройки я смотрю и выкладываю на канал, кроме тех, которые без озвучки. Итак, начинаем. Привет, Ух! Я решил тебе показать постройки и твоим подписчикам. Я сам строил постройки. У меня есть летающий робот. Сейчас я его загружу. У него крутятся винты, он может дать и ездить просто по суше. Садимся, поехать на нем. Также мы можем взлететь. Он работает на шарик, но очень прикольно управляется. Такой вот дом. У меня есть еще Амогус. Ну, амангасик есть. Вот такой вот. Он на пульте управления. Механизм у него очень легкий, и сам он вообще очень легко строится. Вот так ходит. Такой вот амангасик. Хорошо поворачивает. Такой вот, короче, амангасик. И последняя постройка. Это новый год. Такой вот лес большой. Елочка и торт. Ну, новогодний. Геймс, выпустишь меня видосик. Очень буду рад. Спасибо. Всем привет. Сейчас я буду показывать свои постройки. Моя первая постройка — это военные самолеты. У меня их несколько. Еще они очень круто летают. Я покажу, как они летают. Так вот. Есть. Ну, два самолетика. Один. Такой вот он самолетик. Он может летать еще. Еще может делать взрыв. Тайм открываем. Теперь лети. Вот такой вот самолетик. Это была первая постройка. Теперь идем второй. Это вот сейчас у нас закроется. Это вот такой вот шар в форме мангаса. Как кто он не может делать? Сейчас он может кувыркаться вот так вот. Вот так вот ускоряться. Так вот. Еще одна моя постройка — это очень быстрая машина. Вот так вот она опускается. Такая вот эта машина. Сейчас что она может делать? Так вот, сзади. Сейчас мы засовываем колеса. Держите, что у него есть. Во-первых, у него есть фары передние и задние. Сейчас она очень быстро едет и может быть очень... Вот так вот едет. Так, вот такие у меня были постройки. Всем пока. Привет, Ух, я снова у тебя в видео. В этот раз я построила вот такую вот машинку. У нее может крутиться башня. Она чуть-чуть иногда заедает, но это ничего. Так как я играю на iPad, я поставил кнопку. Вот такая пушечка, которая можно стрелять. Вот больше всего у меня времени ушло на корпус. В основном фары это легко было сделать. А башню я взял от моей машины военной, на которую Ух надел тутор. На этом все. Привет, Геймс, и я тебе хочу показать мой ховерборд. Выглядит он вот так вот. Тут неон. У него два слоя блоков. Первый слой — это дерево внизу. А дальше вот тут вот у нас идет... как там он называется? Сейчас скажу. Дальше у нас идет вот этот вот блок. А называется он титановый блок. Вот. У него есть в виде декора. Вот такие вот кружочки. Я изначально задумал, чтобы они вообще были маленькими, но не получилось. Еще есть вот такой вот, вот такая вот полосочка сзади. Сейчас я подсплю. Вот. Вот так. Также можно его поднять, опустить. Он поднимается, опускается. И также при повороте, вот как бы когда нажимается AD, он опускается вверх-вниз. Можно изменить вообще, чтобы он опускался вправо-влево, вот так вот опускался. Но мне больше нравится вот так вот, чтобы он прям поднимался. Ну, на этом все. Всем пока. Привет, Геймс. И я тебе сегодня покажу моего робота Optimus Prime Transformer. Он может трансформироваться как в робота, так и в машину. Чтобы попасть внутрь, нам нужно вот сюда вот убрать коллизию и обратно включить дальше. Ставим тортик, болту. И убираем стульчик под собой. Все. Подпрыгиваем дальше. Ну, можем вот это вот кресло взять. Подпрыгиваем, и мы катаемся как машина. Нажимаем снова, нажимаем вот на эту вот кнопочку. У нас уже выдвигаются руки, и мы можем также вот так вот ходить. Правда, я это сделал немного криво, и ходить вообще не очень получается. Но если как-то подвыкнуть, то он еще как-то ходит. Вот. Ну, на этом все. Всем пока. All Games, привет. И я тебе покажу мою постройку Катюшу. Саму идею я взял с твоего видеоролика, где ты построил ракетно-зенитную установку. Правда, сам механизм у меня сделать точно не получилось, потому что у меня вечно какие-то получались с ним проблемки. И я сделал свой, он очень простой, тут, в принципе,
колесо, сервопривод и поршень. Все. У нас еще дверцы вот так вот закрываются. По дизайну я скопирую у Катюши советской. Вот. Также, что у нас тут по управлению? Можно повернуть, ну, можно поворачивать самой установкой влево-вправо и назад. Ну, пусть это колесо накрутится. Дальше можно ее поднять, опустить. И можно отрегулировать угол наклона. Можно вот так вот вперед, а можно вот так вот назад. Каждая ракета отдельной кнопки прибинтена. Вот. Тут около 16 ракет. И каждую можно потом отслеживать по камерам. Под каждый отдельный бинт, вот он тут вот написан. Сейчас могу кого-то взять и него даже запомнить эту ракетку. Он в синих, например. Так, делаем вот так вот. И полетела наша ракетка. Немного угол наклона будет плохой. Так. Сейчас вспомню бинт какой тут. Вот. И прям вот так вот она полетела. На этом все. Всем пока. Всем привет. И я вам сегодня покажу мой кибертрак. Строил я его около 3 часов. Вот. У нас вот такие вот двери. Я бы сделал получше механизм открытия и закрытия двери, однако у меня просто поршень проходит сквозь вот эти вот дверцы. Дальше у нас вот такой экранчик, педаль газа, тормоза, и тут еще, как это называется, я уже забыл, и экранчик, ну вот он. Катается, в принципе, вот так вот по внешнему виду выглядит, вот так вот она. Тут это одно, два колеса передних и, конечно же, два задних. И кнопка для открытия и закрытия двери. Ну, и все. Всем привет, и у меня вот такая вот Ferrari F40. А, механизм открытия двери также на поршнях. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот, выглядит он вот так вот. Сейчас обратно все верну. Ну вот, тут также... Тут стоят уже вот такие вот колеса, потому что вот эти вот, которые вот стоят, они не движутся. К сожалению. Еще у нас есть вот такие вот две фары. Вот тут вот. Ну и на этом все. В кабине ничего такого я не делал. Вот.